мы обсудим не то, как чувак на бачок с мотоцикла, а речь пойдет о заработке на канале YouTube, о настройках всевозможных. В общем, целиком процесс от заведения канала до монетизации, до настройки и до получения средств на карту. Все это вы увидите в этом ролике. То есть, в этом ролике мы рассмотрим все вопросы, все нюансы, интересующие начинающего блогера по доходам от канала YouTube. Вы завели канал на YouTube, и прежде всего перед вами стоит вопрос: когда именно я начну зарабатывать на своих роликах? Что здесь стоит учесть? Вы должны набрать 4000 часов просмотров, именно по времени просмотров, не самих просмотров, а по времени. А также 1000 подписчиков, после чего ваш канал монетизирует, и в ваших роликах будет воспроизведен показ рекламы. Как раз к слову о том, с чего вы будете зарабатывать. А зарабатывать вы будете с показа рекламы, который YouTube будет вставлять автоматически в ваши ролики, либо же согласно вашим настройкам. Давайте откроем одно из видео. И в нем мы можем увидеть настройку монетизации. Какие типы объявлений можно вставлять в ваши ролики. Именно с них вы и будете зарабатывать деньги. Это до 10 тысяч подписчиков. После 10 тысяч подписчиков вы сможете пользоваться сторонними партнерками. А пока что мы пользуемся стандартными ютубовскими. И зарабатываем именно с них. К вопросу, зависит ли заработок от количества просмотров или подписчиков. От количества просмотров зависит, но не напрямую. От подписчиков не зависит вовсе. Может быть, ваши ролики расположены на каких-либо сайтах, и вы набираете просмотры, но не набираете подписчиков. В любом случае, вы будете получать за это деньги. Но не за просмотры, еще раз повторюсь, а за показы рекламы. Просмотров может быть намного больше, чем показов рекламы. Давайте произведем анализ, зайдем в аналитику YouTube на нашем канале. Посмотрим. К примеру, давайте возьмем 24 мая. Просмотры. 24 мая у нас было почти 3000 просмотров. Давайте округлим, пусть будет 3000. Перейдем в доход. Количество коммерческих воспроизведений. Это как раз то количество, которое было показано рекламой в ваших роликах. И видим, что приблизительно в 3 раза меньше было показов рекламы. И именно за показы рекламы вы и будете получать средства. Надеюсь, что это понятно. Не за подписчиков, не за сами просмотры, а за показы рекламы. Следующий вопрос, который тянется за предыдущим, это какое количество оплаты идет за эти самые показы. Здесь есть рядом раздел, называется «Цена за 1000 показов рекламы». 24 мая он стоил 150 рублей. И каждый день эта ценовая политика может изменяться. То есть 24 мая 1000 показов стоил 149 рублей. Естественно, 24 мая мы получили определенную сумму в зависимости от цены за 1000 показов и от количества воспроизведение рекламы в ваших роликах, во всех роликах. Вы спросите, почему здесь сумма намного меньше, ведь 140 с чем-то, 150 рублей стоило 1000 показов. Ответ простой, есть, существует определенный, так скажем, налог, который списывается самим YouTube'ом при выплате вам средств, точнее при начислении. Сколько же эта комиссия составляет? Комиссия составляет примерно 45%. То есть почти что половину у вас снимается. И здесь вы видите чистый доход именно ваш. Это стоит иметь в виду. Вот такая история с расчетным доходом. Как начисляется, за что начисляется, вы видите все наяву.
Сейчас я вам показал именно свои цифры. Естественно, вы можете произвести соотношение и понять, сколько может YouTube выплачивать за то или иное количество просмотров или показа рекламы. Можно посчитать, сколько стоит миллион просмотров, если уменьшить показы в 3 раза приблизительно, и так далее. Еще один важный нюанс, о котором следует знать, то что сам YouTube деньги не начисляет и не выплачивает. Здесь вы видите только аналитику, только отчеты о зачислении средств, о показах рекламы и так далее. А существуют специальные рекламные площадки, которые в принципе заказывают рекламу YouTube, которые начисляют средства и выплачивают пользователям. Одна из таких площадок называется AdSense, как раз которая сейчас и работает с YouTube. Как же на нее перейти из панели управления? Может быть, многие не могут этого найти. Нажимаем «Монетизация в аналитике». Точнее, простите, «Другие функции». «Статусы функции». Как перейти напрямую, я так и не нашел, поэтому воспользуемся этим способом. Далее переходим в «Монетизацию». Настройки AdSense, и мы попадем на саму площадку, точнее в личный кабинет площадки рекламной. И здесь мы можем видеть различные начисления, выплаты и так далее. Это и есть та самая площадка, которая начисляет, заказывает и выплачивает средства пользователям. О ней мы еще поговорим и о том, как ее настроить для выплат. Здесь мы будем добавлять карточку и многое другое. Давайте немножечко сразу обговорим, что происходит на рекламной площадке Google AdSense в личном кабинете. Каким образом начисляются сюда средства. Давайте перейдем во вкладку «Баланс». И посмотрим, как начисляются средства. Во-первых, меньше $100 вывести вы не сможете. Да и вообще, вручную выводить средства здесь не полагается. Они выводятся автоматически определенными числами. Откроем сведения о транзакциях. То есть, после каждого расчетного месяца определенного числа сюда начисляются средства с рекламы на YouTube. А определенного числа уже после деньги выплачиваются при достижении $100. Таким образом, к примеру, если, к примеру, идет апрель месяц. В апреле месяце вы заработали определенное количество денег от показов рекламы. И за апрель месяц, в мае приблизительно 10-11 числа, я засек, примерно происходит это так, перечисляются средства именно сюда. Мы можем видеть, как это происходило каждый месяц. Если же вы достигли $100, то приблизительно от 21 числа следующего месяца за расчетным до 26 вы можете получить эти средства, как произошло здесь. Но прежде чем получить эти средства, у вас должен быть настроен Google AdSense. Подтвержден адрес, а также введена платежная система, куда именно вы будете выводить средства. В моем случае это выплаты на карту в Сбербанк. Как это сделать, я расскажу чуть позже. То есть еще раз давайте повторим. Значит, за предыдущий расчетный месяц, то есть за апрель, в мае 10 начисляется в AdSense, 21 выплачивается при достижении $100. Это все, что стоит знать в принципе нам сейчас. Вы можете наблюдать надпись «Платежи приостановлены, так как вы не подтвердили свой адрес». После подтверждения монетизации, а можно и заранее, нужно заказать панель управления AdSense вот такой пин-код, то есть подтвердить свой адрес. Вам придет письмо, которое вы видите на экране. Его необходимо вскрыть и ввести пин-код в следующее поле. Данный конверт придет к вам приблизительно через 21 день после заказа. Вскрыв его, вы найдете внутри пин-код, который необходимо ввести в данное поле. Это сделать нужно обязательно, иначе выплаты будут приостановлены в вашей панели управления Google AdSense.
После ввода пин-кода нажимаете кнопку «Отправить» и все. Прежде чем получать автоматически средства, заработанные от рекламы на YouTube, нам необходимо добавить способ оплаты. В моем случае, во многих других случаях, самый удобный способ – это способ получения средств на карту Сбербанка. В моем случае. Для этого нажимаем «Платежи», «Управление способами оплаты» и «Добавить способ оплаты». Далее «Настроить оплату банковским переводом» и нам необходимо заполнить некоторые формы. Для заполнения данных форм нам понадобится некоторая информация, которую мы можем взять, не отходя от компьютера. Для этого нам понадобится Сбербанк Онлайн. Прежде всего выбираем карту, на которую мы хотим получать средства. Нажимаем на нее. Далее нажимаем «Подробнее». И реквизиты переводов на счет карты. И теперь реквизиты у нас есть. Ну и давайте теперь по порядку. Владелец банковского счета на английском языке, точно так же, как написано у вас на карточке. Пишите фамилию и имя. Далее, название банка. Не спешим с этим полем, пока оставим его пустым. Чуть-чуть заполним его позже. БИК. БИК мы можем взять как раз из тех самых реквизитов. БИК банка. Просто копируем его и вставляем. Далее, SWIFT код. SWIFT БИК точнее. Пока что вставляем пустым, сейчас расскажу, что это. Давайте закончим с реквизитами. Номер счета получателя. Номер счета мы как раз берем из тех же реквизитов карты. Копируем и вставляем два раза. То есть укажите повторно. Теперь название банка и SWIFT BIC мы можем взять из файла PDF. В интернете их полно. Как мы будем здесь действовать? В правой колонке, самой правой, мы ищем свой регион. В моем случае это Курск. То есть вот я нашел. Соответственно, я могу увидеть, где находится этот офис. Скопировать сам SWIFT BIC. И вставить его здесь. Название банка я беру отсюда же, на английском языке. Вот, в принципе, и все. Когда наступит срок выплаты денег, то деньги придут мне именно на эту карту. Нажимаем «Сохранить». Кстати, здесь не забудьте поставить галочку. Нажимаем «Сохранить». И после этого, я уже сказал, вы будете получать средства на эту карту. Ну и настали непосредственно сами выплаты. Вы можете видеть смс-ку по приходу средств от YouTube, а именно от Google AdSense. Также я зашел в Сбербанк, чтобы показать вам, какие средства я получил. Это $130. Чуть позже мы посчитаем комиссию, которую сняли за перевод на нашу карту. Давайте посмотрим детальную статистику. Находим запись с зачислением средств. Вот такая сумма пришла. Давайте теперь попробуем с помощью калькулятора подсчитать комиссию, которую у нас сняли за перевод на нашу карту. Нам заранее известно, какая сумма должна была прийти. Это $130. Также мы сейчас посмотрим курс доллара на сегодняшний день. Деньги пришли, кстати, сегодня.
Ну и убедимся в других суммах, то есть сколько было отправлено и сколько пришло. И теперь мы можем посчитать. Переведем сначала доллары в рубли. Еще раз убедимся в курсе, в сумме. Вот такая сумма была отправлена. Минус та сумма, которая у нас пришла. Итого комиссия получается из всей этой суммы вот такая. На самом деле это немного. В данном ролике была озвучена информация от заведения канала до настройки и самих выплат с YouTube от рекламы. Вы увидели определенные суммы. Наверняка у вас возникает вопрос, какие сроки и какие суммы можно заработать, но это все крайне индивидуально. Это зависит от успешности вашего канала, от того, пользуетесь ли вы сторонними партнерками, какое количество просмотров вы имеете на своем канале и так далее. Но все остальное, в принципе, вы увидели. Ссылку на SWIFT-коды я оставлю в описании. Если я что-либо забыл, либо же вас что-либо интересует, можете спрашивать в комментариях. Ну и чаще смотрите аналитику. К примеру, здесь можно увидеть, сколько приблизительно за последние 28 дней вы будете зарабатывать. То есть доход за месяц. В моем случае он вот такой.